Так, установил котел, короче, поставил все на место. Все трубки, газовую эту фигню. Надо будет проверить потом это пена еще, чтобы газ не пропускала. Короче, вот он новенький котел стоит. Сейчас попробуем запустить его. Так, вот старый у нас. Вот он старенький лежит. Грязный, который забитый. Как там, что видно, нет? Видно белая всякая ерунда там. Ерунда, не ерунда, печка из-за этого не работает. Так, ну что, попробуем. А, и это. В этот отстойник надо воды налить. А то это, короче, выхлопные газы пойдут в дом, вовнутрь, да, в этот сифон. Вот он сифон. Это вот труба, по которой конденсат собирается. Туда выхлоп идет, конденсат вниз идет, в эту колбу и в канализацию. Надо воды наливать по-любому, чтобы не воняло. Так. Подсветкой снимаю, не видно, как там огонь горит в этом окошке. Все равно гул какой-то есть.